أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله уважаемые наши телезрители приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и хотим в первую очередь принести свои соболезнования в связи с гибелью дочери посланника Аллаха Фатимы Захры саламуллахи алейха. В связи с этими событиями мы вновь пригласили в нашу студию гостя, но до этого я хотел бы сказать о том, то, что на прошлой передаче мы обсуждали тему того, что у людей, и большинства людей неправильное понимание, неправильное отношение к истории и к личностям истории, потому что были приведены аяты Корана, были приведены примеры из истории, что есть личности, которые на самом деле сыграли очень большую историю, очень большой вклад в историю, но они в современной истории не приведены, но приведены эти личности в Коране. И я хотел бы эту историю продолжить, эту тему продолжить с нашим гостем, уважаемым Худжат Ислам Аль-Муслимин Шейх Гурбаном. Ассаламу алейкум, Шейх Гурбан. Алейкум ассалам, рахматуллахи баракату. Шейх Гурбан, вы на прошлой передаче объясняли о том, что у людей неправильное, как я уже сказал, понимание истории и отношение к личностям истории. Допустим, именно нужно особое внимание уделять, как я понял, тем личностям, которые изменили ход истории и повлияли на историю, на человечество в общем. Не только те личности, которые в современной истории упомянуты, допустим, такие как Гитлер, там, допустим, Сталин и так далее. Есть более важные личности, которые мы видим, что в современной истории они не приведены, никто о них не знает. А в исламском мире они очень известны. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей и также присоединяюсь к соболезнованиям в связи с годовщиной мученической смерти ее светлости Фатимы Заһра саламуллаху алейха, госпожи женщин рая. Но здесь разница на самом деле не в том, что есть люди, которые сыграли важную роль, но при этом история обходит их своим вниманием, обходит стороной. Речь не об этом. Речь о том, что называть важным. Что значит важную роль? Критерии, да? Да, критерии. Кто-то изобрел, например, телевизор. Я хочу такие простые, очень такие примитивные примеры привести, чтобы разница была очевидной. Кто-то изобрел, например, телевизор, вот он и сыграл роль, потому что люди в последующем обрели возможность. Такой инструмент, средства массовой информации и так далее и тому подобное. Ну, естественно, что повлияло на мир очень сильно. И вот этот человек является значимым с этой точки зрения. То есть с этой точки зрения, как историческая личность, он значимая личность. И критерии ко всем остальным именно такие. То есть здесь не рассматривается нечто более важное. Здесь рассматривается история как некий процесс, где происходят какие-то случайные действия, которые приводят к другим случайным действиям, приводят к каким-то следствиям, которые являются материальным следствием. То есть один материальный процесс случайный, не входящий в какой-то общий план, не входящий в какой-то общий процесс, единый процесс, как сказано в Священном Коране, да, то есть какова точка зрения Священного Корана. Нет, это вот какие-то случайные, где-то кто-то что-то изобрел, где кто-то кому-то что-то надоумило что-то сделать и так далее. Он сделал, это привело к каким-то изменениям, каким-то, например, ну, все эти изменения исключительно материальные. Но опять-таки не будем в этот вопрос уходить, потому что он довольно-таки подробный, и здесь можно очень долго говорить на эту тему. Мы видим, что с точки зрения ислама, все мусульмане, с точки зрения исламского учения, с точки зрения Священного Корана, все люди, не то чтобы все мусульмане, все люди имеют какую-то обязанность, обязанность, которую возложил на них Бог до рождения. Например, человек родился в 1945 году. До вот этого рождения Бог возложил на него какую-то ответственность, какую-то обязанность. Обязанность эта заключается в том, это в Священном Коране сказано, в том, чтобы быть единобожником, поклоняться единому Богу. Эта обязанность, общая, общечеловеческая обязанность, именно в этом заключается, в отказе от подчинения дьяволу, в обязанность подчиняться Богу.
быть единобожником и отказаться от многобожия. Это обязан, общечеловеческая обязанность. Но к чему мы это? Мы это привели к тому, чтобы дать понять, что до рождения Бог возложил и взял со слов самих людей согласие с этими обязанностями. Ну, а даже вот есть предание от послания к Аллаху, где говорит, что каждый ребенок рождается с верой в единого Бога. Только родители его делают последователем другой религии. Ну, монотеистом каждый человек рождается, грубо говоря. Это вы имеете в виду обязанности? Это в этом роде, то есть он таким уже по своей сущности рождается. Ну, это тоже можно в том или ином, с тем или иным толкованием тоже подвести к этому, но мы сейчас говорим о том, что был диалог между человеком и Богом. Бог говорит в Священном Коране: «Алам ахад илейкум, я бани Адам, ан ла таабуду шайтан, иннаху лакум адуву мубин». Разве я не взял с вас завет? То есть был завет, был некий диалог между Богом и человеком, где Бог взял завет, обещание с человека, что он не будет подчиняться и следовать за дьяволом, что он является его врагом. То есть получается, тут обязанность человека не подчинение Богу, а следование своему завету, своему договору, который он заключил, своим словам, которые он пообещал. Именно да, в этом обязанность человека. В Священном Коране сказано: «Шахидна ан такулу йаум аль-кьямат инна кунна ан хада гафилин». Мы взяли это свидетельство, эти слова мы взяли, чтобы у него не было оправданий в судный день. Сам человек с этим согласился. Всевышний сказал: «Алясту бираббикум». Они сказали: «Бала». Сказали: «Да, ты есть наш Господь». Здесь Бог взял с них обещание. Но это я к чему? К тому, что был такой завет между человеком и Богом. Но это я подвожу к тому, что был и особый завет. Особый завет с отдельно взятыми людьми и возложение определенных обязанностей на отдельно взятых людей. Например, на его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вне всякого сомнения, критерии, которые Бог к нему относит, к его светлости посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, они не имеют... не являются теми, не идентичны тем критериям, тем заветам, которые относятся ко всем остальным людям. То есть мы и здесь, на примере ее светлости Фатима Тузахра, саламулла алейха, мы можем этот пример также продолжить. Мы привели предание из Тахдибуль Ахкам шейха Туси, где имам Багра, алейхиссалату вассалам, обращаясь к ее светлости Фатима Тузахра, саламулла алейха, говорит: «Я мумтахана, о то, которая была испытана, имтаханаки Аллаху ллади халагаки, о испытанная, которую испытал Бог, который создал тебя, кабля ан яхлюгаки, до того, как ты была рождена, фаваджадаки лима имтаханаки сабира». И он обнаружил, испытав тебя, вот в том самом состоянии, испытав тебя, он обнаружил тебя терпеливый. Здесь речь идет именно о обязанности. Точно так же, как и на его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, была возложена миссия, была возложена роль и миссия и на ее светлость Фатима Тузахра, саламулла алейха. И ту роль, которую играют роль люди в этой жизни, в этой истории, в человеческой истории, это роль, которая была определена в том мире, в той жизни, в той до рождения была определена та ответственность. Можно так сказать, что это буквально как фильм, когда перед тем, как его снять, дает каждому свою роль, и он в этом фильме играет. То же самое в том свете нам дали каждому роль. Да, разница только в том, что люди вследствие своих действий, вследствие забывчивости... Отошли от сценария. Забыли, что им, какую роль им нужно сыграть. Импровизируют уже, грубо говоря. Да, то есть это гафля. Гафля. И мы к этому подводим, мы хотим по этому поговорить. И здесь есть гафля, есть зульмат, который сказано, «Ке зульматин фи бахрин люджиин», сказано в Священном Коране, как тьма в морской пучине. Это как человека бросили в морскую пучину, во тьму, он забыл обо всем. И точно так же происходит с человечеством. Итак,
Ее светлость Фатима Тузара, саламу алейха, так же как ее отец, ей определена роль в этой человеческой, в этой священной истории человечества, в священном сценарии Бога для человеческой истории, которая мы же верим, мы же мусульмане убеждены, что када и кадар, то, что мы говорим, када и кадар. Када – это определение какого-либо вопроса, а кадар – это определение его меры, веры какого-то, меры какого-то вопроса. Ну, например, в качестве, есть простой пример из жизни человека. Када – это, например, если соотносить с нашими обычными делами, это как если вы решите, что я вот буду, например, бодрствовать, например. Бодрствовать, например, в сутках 15 часов, например, бодрствовать буду. А кадар – это то качество, как я буду бодрствовать. Просто буду сидеть и смотреть в потолок, например, буду смотреть на стену или нет, или я буду, например, работать или так далее. То есть кадар – это определение качества, это мерой того, что ты определил. В каком виде, да, ты будешь это делать? Да, каким образом, какой мере. А када – это непременность этого действия, то есть решимость тому, чтобы это было совершено. Тема, да. Вся человеческая история – это када и кадар, это следствие када и кадар. То есть Бог определил, что то или иное, та или иная вещь произойдет, и определил, что произойдет таким образом, в том качестве, то есть я это к тому, чтобы, к чему? К тому, чтобы понять и дать понять, что вся эта человеческая история – это сценарий Бога, где конечной целью является победа учения, истинного учения, истинной религии, где величие Бога, его красота, невероятное величие Бога во всей своей красоте проявится, через эту историю проявится его величие для человека. Человек убедится в невероятной красоте Бога своими собственными глазами, на своей собственной шкуре это почувствует, это величие и красоту Бога. Ну, конечно, здесь это ни в коем случае не означает, что этот сценарий не означает, что человек вынужден, потому что «инна хадайнаху сабиля», мы ему имя Шакиранова, имя Кафура, мы указали ему две пути, правильный путь и неправильный путь. И уже сам человек определяет, быть ему благодарным, следовать этому правильному пути, или же быть неблагодарным и следовать тому пути, который приведет его к несчастью. Ну, мы ему дали сценарий в руки, а ему уже его дело, следовать ему нет. Если он будет ему этому сценарию следовать, он получит вознаграждение, допустим, которое он должен получить. Нет, мы чуть-чуть по-другому говорим. Мы говорим о том, что даже то, что делает человек, который ослушался Бога, даже его действия являются частью плана, частью этого сценария. Да, это не принуждение, просто это нет. Бог знал. Вахадайнаху наджден, мы указали ему две пути. Вахадайнаху сабиля, мы ему указали путь. Имма шакиран ва имма кафура, то есть мы ему указали путь. Но Бог заранее ведь знал, что выберет тот или иной человек. И в соответствии с этим своим знанием составил план. Уважаемый шейх Курбан, мы прерываем небольшую паузу, после чего продолжим. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами, после небольшой паузы мы продолжим данную тему. Yeah.
Уважаемые телезрители, мы прерывались на небольшую паузу, до которой говорили о очень важной теме, связанной с историей и с тем, что нам на нас положил Аллах, какие наши обязанности положил. Уважаемый шейх Курбан, вы рассказали о том, что Аллах нам дал выбор между тем, что выбрать любой путь, или быть благодарным, или быть неверным. И мы сами уже выбираем, но Аллах заранее знал о том, какими мы будем, и это тоже является частью его плана и частью истории, которую мы видим. Конечно, то есть, если можно так выразиться, мастерство Бога в этом и заключается, что он использовал даже то, что ему было неприятно. Призвал человека к отказу от многобожия. Человек придерживается многобожия. Человек последовал за дьяволом, последовал за шайтаном. Бог использует даже это в том сценарии, в той истории, той священной истории, в том священном плане, чтобы продемонстрировать свое величие, свою красоту. И здесь каждый человек, который играет ту или иную роль в человеческой истории, он получил эту роль до рождения. Те люди, которые по-настоящему играют роль, не просто являются случайными, в кавычках, случайными какими-то игроками, случайными действующими лицами. Те люди, которые по-настоящему играют роль в человеческой истории, делают человеческую историю, приведут человеческую историю к тому завершению и тому итогу, к которому придет эта человеческая история, к невероятной развязке человеческой истории, невероятной развязке. Эту роль каждый человек получил до рождения. Но согласно чему? Согласно своим духовным качествам. Которые заранее Аллах знал? Имтаханаки Аллаху аллази халакаки. Испытал тебя Бог, который создал тебя. Он испытал. Испытал до нашего создания? Да. Фаваджадаки лима имтаханаки сабира. Испытав, увидел, что человек терпелив. И увидев это терпение, через это испытание, увидев это терпение, возложил на него невероятную ответственность. Потому что нашел человека терпеливым нашел, возложил на него невероятную ответственность и невероятный груз, который он должен пронести через эту жизнь. И сыграть эту свою роль в этой жизни, сыграть свою роль в этой истории. И здесь истории, и обычные истории, которые мы изучаем в институтах, изучаем в школе и так далее, этой истории эта роль недоступна, она не видит эту роль. У нее критерии другие. Другие критерии, там нужна материя, там нужно, чтобы ты телевизор придумал, там нужно, чтобы ты что-то снес, где-то что-то завоевал, куда-то каких-то людей перенес. Просто как этот Македонский, например, из Европы в Азию, огромное количество людей перенес, например. Да? Вот перемещение ощутимое, ясно, здесь все понятно, здесь роль понятна. Собрал людей, повел за собой. Или, например, из Персии или из Индии привез в Европу какие-то книги, какие-то знания или каких-то людей, ученых людей, например, знатоков. И стал важнее, чем эти ученые. Нет, дело не в этом. То есть сыграл роль, ну, для Европы, роль, да. Принес знания, принес науку какую-то, например. То, что можно ощутить руками. Да, то это ощутимо, это понятно. А то, что то, как эти люди, испытанные Богом, и на которых возложена настоящая ответственность, то, какой они роль истории, это неизвестно. Мы это узнаем через откровение. Откровение открывает глаза нам, наши глаза на эти вещи. И здесь, в этом предании говорится, тебя испытал Бог. И испытав тебя, то есть Фатима, то есть Захра, саламулалия, испытав, обнаружил тебя терпеливый. И как следствие возложил на нее ответственность. Это невероятная ответственность. Чтобы это терпение проявить в этом мире. Да, это терпение проявить и сыграть роль для этого человечества. И мы увидим в Священном Коране, ее роль описана, мы увидим через Священный Коран, какую она роль сыграла, невероятную, непостижимую уму, человеческому уму роль. Это откровение нам дает, мы не можем своим умом через... Я это все для чего говорю? Мы уже две передачи про эту историю говорим. Для того, чтобы мы с вами и наши дорогие телезрители не пошли и не искали в истории, какую роль сыграла Фатима Туз-Захра, саламу алейхи, потому что ее роль истории недоступна. История не сможет понять. И вы говорите, вот, например, просите меня рассказать ее биографию. А зачем она вам, эта биография, нужна?
Вы что хотите, понять ее роль? Через биографию не поймете. Ознакомление как бы идет. Не поймете ничего. Вы не поймете, кем она была, какую она роль сыграла. Через эту биографию вы ничего Фатимату Захра, саламуллаху алейха, не поймете. И то, что вы говорите, давайте поговорим о ее биографии, например, если вы это говорите, то вы уже автоматически... Отходите от главной темы, да? Отходите и уже придерживаетесь того взгляда, который присущ истории, той самой науке история. И отказываетесь от того подхода, который имеет священный Коран, имеет откровение, имеет исламское учение. Оно нам не нужно. Зачем нам это нужно? Давайте посмотрим с точки зрения откровения, какую она роль сыграла, кто она была, что она из себя представляла. А она, например, была в Медине, например, была в Мекке, родилась в Мекке, переехала в таком-то году, в таком-то возрасте, в Медину и так далее, вышла замуж в таком-то году, у нее было столько-то детей. О чем это говорит нам? История скажет ни о чем. История скажет, и что? Она вообще никакой ценности для человечества не представляет. История скажет, кто она, зачем она, для чего она, зачем нам о ней говорить, скажет история. А мы говорим, что нет, это важнейший человек в истории человечества. Но просто нужно нам взгляд свой изменить. Изменить взгляд на вещи. Потому что роль заключается не только в этом. И мы, возможно, вам еще не совсем понятно, о чем я говорю. И возможно, вы имеете в виду, скорее всего, это учение. И возможно, наши телезрители этого не совсем понимают. Но когда мы уже перейдем к разбору личности ее светлости Фатима Захра, саламуллаху алейха, и перейдем к аятам священного Корана и словам непорочных, и с их слов посмотрим на ее личность Фатима Захра, саламуллаху алейха, здесь все будет уже более понятно. Но давайте потерпим немножко, да, подождем. Мы постепенно должны разобрать этот сложный вопрос. Он не такой простой, чтобы взять вот так и ее разобрать. Можно ли сказать, если неправильно скажу, мне поправьте, то, что ее, даже пусть будет короткая жизнь, является каким-то учением для человечества? Нет, все намного глобальнее. Все намного глобальнее, намного важнее. И в Священном Коране это сказано. Перейдем к этому. Итак, первое, что необходимо было выяснить и понять, это то, что она была испытана и как следствие получила важное задание, важную миссию, важную ответственность, важный груз. Uh-huh. Важный груз, который значим для миров. Потому что Священный Коран не является книгой для человека. Понимаете? И то, о чем проповедует Священный Коран, это не только для человека, потому что «Лиль Алямин» сказано, это напоминание для миров. И «Рахматан Лиль Алямин», и ее отец, его святость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был милостью для миров, не только для человека. И как следствие, роль, которую сыграла ее светлость Фатимату Захра, саламуллаху алейха, это важная роль в истории человека, но не только человека, а всего мироздания, джиннов и так далее, и даже ангелов. Это первое. Была испытана и, как следствие, получила ответственность, какую-то роль. Как мы были испытаны, нас спросили, «Алясту би раббикум?» Мы сказали, «Да, ты являешься нашим Господом». И на нас возложили ответственность быть единобожником, быть рабами своего Господа, подчиняться Ему, следовать Его приказам и запретам и отказаться от поклонения дьяволу. Это наша ответственность. А ответственность этих людей, которые были особым образом испытаны и прошли это испытание достойно, терпеливо и так далее, перенесли трудности, эти люди получили еще большее, еще нечто большее. Например, его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он не мог не молиться ночью. Молитву он не совершать не мог. Этот был на нем груз, это была ответственность на нем. А была ли такая ответственность на ком-либо еще, помимо него, на других людях? Есть такая ответственность? Нет такой ответственности. Откуда это? Это из тех испытаний, которые они прошли до. Этот вопрос, во-первых, нам необходим. Имам Багир, алейхиссалату вассалам, далее говорит об отце ее светлости Фатима Захра, саламуллаху алейха, и наместнике ее отца. И далее в конце этого предания, в конце этой речи его святости имама Багра, алейхиссалату вассалам, говорится следующее, что «Бианна кад тахурна би велаятик».
Здесь предложение длинное, я так как понимаю, что наше время уже подходит к концу, я поэтому... Нет, есть еще время, да? Немного, но есть. Да, здесь говорится о том, что через любовь к ее светлости, через привязанность к ее светлости, Фатимату Захра, саламу алейха, достигается определенная цель. То есть любовь к ее светлости является причиной определенного следствия. В чем? И это следствие есть тахара, есть очищение. А что такое очищение? В Священном Коране сказано, многобожие ширк является чем? Наджисом. Является нечистью. Наджис. А тахара это очищение от чего? От нечисти, от наджиса, тахара. Это очищение от нечисти. И здесь тахара, так же как и наджаса, так же как и иман, так же как и куфр, так же как и вера и неверие, имеет свои степени, имеет определенную дифференциацию внутри себя, самого себя. То есть вера может быть слабой, может быть сильной, настолько может быть слабой ступенью веры и сильной ступенью веры, может быть настолько большая разница, что человек даже порой может запутаться и сказать, что нет, это же разные вещи, но при этом это одно и то же. То есть и то вера, и это вера, и это неверие, и то неверие. Вера имеет разные, точно так же, как многобожие, так и единобожие. Единобожие, то единобожие, например, которое имеем мы, будучи единобожниками, но разве наше единобожие хоть чем-то близко, вот имеет что-то близкое к тому единобожию, которое было, например, у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Конечно же нет. Между ними огромнейшая разница, несмотря на то, что и то, и другое есть единобожие. Ну, веру сравнивать, допустим, сам посланник Аллаха или его сподвижники, допустим, была разного степени, и, допустим, мы сами в сегодняшний день. Между людьми веры, между людьми единобожия и монотеизма есть большая разница. И говоря о том, что «тахурна би велаятик», что через любовь к тебе, к ее светлости Фатимату Захра, саламу алейха, достигается эта любовь, прошу прощения, достигается эта чистота. Посредством любви к ней. А что такое, что, да, и что это за чистота? То есть я это хотел объяснить. Ну, это постижение Бога. Это постижение степеней единобожия. Потому что очищенный человек может приблизиться к совершенству. Да, то есть через это очищение само по себе есть постижение единобожия, постижение Бога через любовь к ней. Это важнейшие качества, важнейшие факторы в личности ее светлости Фатимату Захра, саламу алейха. Уважаемый шейх Курбан, к сожалению, наша передача подходит к концу. Я надеюсь, что вы еще раз придете к нам в студию, иншаллах, и продолжите. Да, но эта тема не завершена, надо... На следующей передаче, иншаллах, продолжим ее тогда. Ассаламу алейкум, рахматуллах. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу. На этом моменте я должен с вами попрощаться. Еще раз приношу вам свои соболезнования. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.